Я вас приветствую, меня зовут Агачи, с вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. Сегодня я пришел в центр города, хочу вам предоставить новый вариант, 2 плюс 1 в новостройке. Так как цены сейчас на котловане уже растут, земельных участков в центре города не осталось, это как бы один из хороших вариантов. Хорошей локации. Да. 2 плюс 1 квартира под ключ. Расстояние до моря. Есть 3 пути. Если пойдете по аллее, то где-то 7-10 минут ходьбы. Если напрямую спуститесь к памятнику Мустафы Кемаль Ататюрка, это самый центр Алании, то ходьба где-то у вас 6-7,5 минут. Ну, максимум 950 метров. Если захотите идти в сторону пляжа Клеопатры, то где-то 16 минут и 3 секунды дороги. Там все зависит от вашей ходьбы. Вся инфраструктура шаговой доступности, сети магазинов, там LCVE кики, ресторанчики и тому подобное. Что здесь фишка, дорогие зрители? Рядом прямо в парк вот такой, где самый большой в этом посадили там лавровый лист и тому подобное. Сами увидите. Ставим лайк, подписываемся на наш канал. Я сразу вам показываю квартиру. Не надо закрывать ролик. Посмотрите, какой хорошая локация она находится. И ставьте там лайк и комментарий напишите. Так, вот это парк, он в ту сторону двигается, тихо, спокойно, здесь тупик, как бы машины не проезжают, есть открытый бассейн, фитнес и сауна. Айдат, где-то будет 300-500 лир, управляющая компания почти выбрали, но сейчас ведутся разговоры. Вот такая квартирка, тоже продавал мой друг, купил мой другой друг для инвестиций, сейчас вот. Планирую тоже продать. Так. Высокие потолки 290-285 сантиметров. Минимум полезная площадь здесь 95 квадратных метров. 90-95. Как я на глаз вижу, не отмерял. Вся бытовая техника фирмы Арчелик. Ну, пользовались где-то 5 месяцев, что ли. Проект сдался в конце 2023 года, да, в конце 2022, начале 2023 года. Ага. Бытовая техника Арчелик, также здесь духовка, плита, вытяжка. Так, санузел первый, здесь нету душевой кабинки. Вот такая светлая квартира. Один большой балкон, застекленный. Сейчас стеклить уже дорого обходится, как вы знаете. Балкон здесь где-то 12 квадратных метров. 10-12. Вот там парк и также баллон, парк баллонов. Самый большой, который находится в Алании рядом. Здесь школа, средняя школа, кажется. Снизу бассейн сразу покажу. Вот бассейн заполненный. И генератор, кстати, снаружи. Термопакет окна. Квартира сквозная, смотрит на восток, на юг, на запад. Здесь открыли окно. И вот там открыли окно. Вы увидели, да, как там в спальне, две спальни там находятся. Этаж четвертый, как пятый. Первая спальня. О, какой светильник. Так, здесь 10,5-11 квадратных метров. Кондиционер, как вы видите, новенький, Арчелик. Вот санузел большой. Стиральная машинка Арчелик и проточный водонагреватель фирмы Veita Electronic. Душевая кабинка нормальная, большая.
и спальня. Где-то 15 квадратных метров как минимум полезная площадь. Там еще стенки, шкаф установлю. Так. Угу. Это солнечная сторона. Здесь даже немножко видно крепость Алании. Море в той стороне. Все, спускаюсь вниз. Новый лифт, как видите. Сейчас пускай откроется. Вместимость 6 человек. На этаже у нас 3 квартиры. Даже часы есть. Фитнес закрыт. Здесь фитнес. Так, сауна. Там пока не доделано. Проект новый. Да, кажется, вообще новый. Генератор. Здесь 2 входа. Один оттуда. Один отсюда. Так, вот бассейн. Фасад здания. Новостройка. Техпаспорт проекта получен, так что не переживайте. Насчет этого многие потом задают, у меня и скан есть, нету, есть все. Вот это один выход к парку. Здесь будет открытая парковка снаружи, можно остановить, также можно спереди здание остановить. Здесь парк для детей. А здесь вот аллея. Отсюда я буду проходить в ту сторону. Мостик. Вот такой канал. Прохлада идет отсюда. Там парк баллонов. Далеко не буду ходить. Там скамейки. Все. Я пройдусь отсюда вниз. Выйду к аллее и к морю. К центру Алании. Значит, вот лавровый лист можно сорвать, приготовить прямо борщ. Это нету нигде такого, чтобы столько вот лавровых листов, там, деревьев. Вот отсюда прямо выходим к самому центру этого дороги, 25-метровой дороги, и оттуда вниз прямо к этому памятнику имени Мустафа Кемаль Ататюрка. Я сейчас паузу нажму, потому что отсюда до этой дороги, до светофора минута ходьбы, оттуда 5 минут до той дороги. Кто хочет купить бэушную технику, мебель, также в этом локации, прямо вот этого центра, я сейчас вам все покажу. Его. Вот это 25 метров, ой, дорога, отсюда, если так идете, выходите к сети магазина LC в Яките, вот так. Если так, выйдите, там аллея, новый парк. Мигрос еще магазин в той стороне. Банкоматы, все рядом. Здесь голуби в основном бывают, летят. Все, я вышел, вот минута ходьбы от этого здания до этой дороги. Отсюда 3-4 минуты отсюда к центру. 5-6 минут по аллее. Аллея большая. Паузу. ССС Мави Маркет, то есть фастфуд. Это аллея, сейчас тоже выйду. Отсюда прямо выходите в самом центру, а отсюда немножко там по парку хотите прогуляться. А с детьми там вообще есть наслаждение одно. Впереди сейчас покажу. Вот БИМ, ШОК, это сеть магазинов. Цена квартиры 245 тысяч евро без скидки. Торгань. А там 1 евро торг сделаю секунду. И вот там дорога, как вы видите, и море. Расстояние, я говорил, именно до моря. А так до дороги даже 3 минуты ходьбы до центра. Минута там и 2-3 минуты отсюда по аллее. Ставим лайк, подписываем на наш канал. Цены в центре города высокие. Цена этой квартиры нормальная на данный момент. Звоним.